Всем привет! Меня зовут Антон, и я являюсь менеджером направления EMS Global Fitness Indigo. Сегодня я и мой коллега, тренер тренажерного зала Мирослав, покажем одну из тренировок, которую можем привести в костюме EMS и развеем все сомнения по поводу тренинга силового с тяжелыми отягощениями в зале. Погнали! Продолжается тренировка в приседаниях. Сейчас у нас на штанге 150 кг. И мы посмотрим, что из этого получится. И после выполнения подхода мы узнаем, какие ощущения костюм дает Ярославу. Welcome! Ярослав у нас выполнил подход с весом 150 кг, и мы хотели бы у него узнать, как его ощущения при тренировке в костюме EMS. Обычно вес без костюма составляет где-то 170-180 кг. Рабочий вес на штангу. Но занятия в костюме я получаю те же ощущения, ту же нагрузку, что и в свободном месте без ног. Но при этом берегу свои колени, спину. Итак, друзья, второй этап тренировки – это жим ногами. Сейчас рабочий вес на тренажере 300 кг, и после выполнения упражнения мы узнаем у Ярослава, какие ощущения он испытывает. Итак, Ярослав выполнил подход с рабочим весом 300 кг. Попробуем узнать его ощущения после упражнения. Итак, у тебя был рабочий вес 300, мы делали ноги. Какие ощущения дает костюм? Несмотря на то, что мы тренировали ноги, да еще также нагрузку на все остальные мышечные группы. Это очень круто, ребят. Ну, это реально круто, потому что, несмотря на то, что мы выполняем тренировку на ноги, костюм меняет электроды также на пресс, на грудные мышцы, трицепс, спина. Ну и, конечно же, для девочек это будет интересно. Зона ягодиц и сзади боевых бедра. Еще мы идем к нам на тренировку. Костюме EMS. Следующий этап тренировки – это тренировка икроножной мышцы камбалавиды. Несмотря на то, что нет электродов, да, которые закрепляются мускулатуру, человек в данный момент испытывает нагрузку на все зоны тела. Итак, друзья, мы подошли к заключительной части нашего занятия, которую мы проводим на специальном режиме лимфного дренажа и антицеллюлитного массажа. Что это нам дает? Мы можем после тренировки не ходить в спа-салон и не использовать те же самые режимы отдельно. Да? То есть буквально в один клик наша тренировка превращается с вами в спа-салон. И мы действительно можем с помощью этих режимов не только восстанавливать себя после занятия, но и также напрямую воздействовать на кожные покровы, что также интересно девчонкам. Итак, мы окончили наше сегодняшнее занятие. Ярославу огромное спасибо, респектор, за занятие. Спасибо. Что было интересно в этой тренировке? Как твои ощущения?
В целом, расскажи нам о костюме EMS и о твоем занятии, которое ты сейчас делаешь. Ощущения были необычные, таких не получишь без костюма. Это однозначно более глубокая проработка. Особенно понравилось то, что можно работать с меньшим весом, оберегая свои суставы от всевозможных травм. Ну, друзья, мы видим на примере живого человека, нашего тренера тренажерного зала, что костюм EMS – это классная тренировка, которая помогает воздействовать одновременно на всю мускулатуру вашего тела, беречь ваши суставы, становиться такими сильными и крутыми, как он. Приходите к нам на занятия, будем рады всех видеть. До встречи, был Фитнес Индиго, пока!